Первая похожа на реальную, третья похожа на реальную, четвертая похожа на реальную. Я говорю, все реальные статки, да. Так а как, подожди, сетевые игры 952, а сколько в рейтинге? 174, но при этом 249 на 114, 100 на 1149. Это магия Wargame. Там что-то не сходится. Тысячу игр просто кто-то украл. Нарад, два дочь корпуса скандинав, синий дракон пропал. То есть тупо через танки будут гамать. Ой, я еблан. Да. Тупо через танки и амосы. Амосы будут. Не факт, потому что уже не полетят. Амосов не было, амосов уже не было. А я думаю, они не полетят. Блять, а сколько это топов? От Deutsche Hermann будет сколько? 8 топов? Таким заходом, типа, а что не может? Они на дойку не высадятся? Типа, только медленно приезжать, но медленно на бомбим. Сценарий точно такой же. Точно такой же, не. Все. Забей НБК про двойку, я думаю, не. Не, здесь с этой стороны похуй, я же говорю. Бляха, я рад, что эта сторона на выпала, типа, реально. Что-то в прошлый раз, когда вы тогда втирались, а сейчас, типа, нормально вроде. Да без разницы. Ну все, это точно такой же закуп. Ну что, это сейчас будет каждого по 4 танка сначала, без спама у них будет. Ну посмотрим. Город перебить. Я высажу туда все свои 7 танков. Это 17 актуален до сих пор, внимательно. Да. Да, кстати. Бля, я расширю это. Так вот делаю, то есть пусть он вылавливает мне первых там. Так, вот так. И вот так сразу. Вот, и коплю на истребитель, да, поближе тогда возьмем истребитель. Этот КВС, как ни странно, не видит ни хрена. Вот, пока он типа летит, то есть КВС-ка слепошара этот. Ну нечем контрить здесь. Так, если только каждый не возьмет по истребу. Ну мы не подстраиваемся под них, типа. Я говорю, да, подстраиваться надо. Ну по танкам они что, они что-то вызвали, но не пошли на центр. И из-за того, что не пошли на центр, я с полки просто нашмалял там столько в борта, там... Ох, я доволен. Они, да, они все переключились на Фокстрот. Да, они все... Вы все переключились, а у меня все танки выкуплены. Что, мне скучно стало, я пошел. И в итоге получается, что и я атакую, типа, со стороны эхо, и чел со стороны... И ты, енот, атакуешь со стороны эхо слева, типа. И он такой, ого, а куда стрелять, типа? 121-е разлетелись под углом в туры, накидали, и Леклерки, и все. Я еще их не забомбил, типа, если бы, ну, бомбы не сбросились, короче. Если бы я еще забомбил, было бы еще лучше. То есть. А тогда же, бляха, защитники мои, я думаю, нихуя не делать. Ладно, буду убивать ПВО, короче, потому что... Да, зачем на ПВО залетаю? Это ебаный позор. Я вообще никого не убил, типа, там, какой-то танк забрал. Ну, зато у нас мы... самолеты-антирадарники уничтожили ПВО, все. Все уничтожено. Ну и кто там еще антирадарником летал, но говорю, ну у них ПВО не осталось. Я последний автоматик один видел, включенный на эхо, последний за все время, да, единственный, но всю карту, все, больше. Но сколько он проживет? Да, да, сколько он проживет, до следующего вылета проживет, если НБК его не заминовет. Да, нормально. Ой. Не, ну три бригадника, блядь. Страшно, но. Примерно по таймингу буду понимать, что Найтхав будет лететь, соответственно, надо квесточку к этому времени. Попробую приблизить туда. А если Найтхавка не будет? Поехали. Думаешь, если Найтхавка не будет, пойдет все как по маслу вообще? Да. Ну, по крайней мере, в городе я не вижу проблем. Даже из-за Найтхавка ты все равно приехал в город, и все равно то же самое, что должно было произойти, произошло. Да, просто медленнее. Просто получилось медленнее. Да. Они с пехотой. Они друг другу, кстати, там мешали, я говорю, там элиту вырезал стак, потому что один чувак... Да, там, блядь, элита вывалилась и не может сесть в дом, потому что все занято. Но. Енот такой, это мне? Там кринж произошел с элитой, конечно. Я принудительным огнем, конечно, на улице стоят чувачки, а мы... Курят. Также истребитель. В этот раз дрон. Подожди, а этих не два будет? Дрона. Первых не будет? Тигра. А, тигр будет, тигр. Ну ладно. Не сливаю, я не сливаю. Ну я пытаюсь не отвернуть, но он же 2 часа разворачивается. Я его сейчас этот блок собью, да. Крик, а не хана. Не, не хана. Двигаю. Не важно. Тигр справа. Справа тоже тигр. Кошмар пехотная. Дефец. А, роверы подъезжают, зачем
Ги у меня ШК-16, Халанд, Маверик, да, три. Ты в город двойка едет, в город двойка. Бомбардировщик скоро будет. Блядь. Ну я взял истреб, пожалуйста. Может накопить два, я не знаю. Давай, я полетел, хорошо. Я вылетел. Тяжелый ПВО, там патриоты стоят уже. По Патрикам отъебать? Давай по Патрикам. Так вот. Да не, в город закидывай, похуй на Патрике. В город. Я разрежу для тебя специально, блядь. А он, сука, не стрельнул. Ебаный ты. Шмай сейчас должна была быть уже от меня, но её нет. А патриот один мажет. О, патриот один. Понял, так, в следующий раз вылеты будут у нас, да. Ой, а куда это он выпрыгнул? Ой. Кунстягере, на улице, Кунстягере, тусуется. Опять? Да, Кунстягере опять на улице. Мы неплохо их сейчас подамажили. Так, ну справа 2-5, да? Pathfinder, хуйня вообще, если он так будет вылазить... Да, хорошо. Абрамс, здесь челленджер, где челленджер катается, там Абрамс. Еще 2-5, ебать, тут 6. Ага, все к пикуде приехали, слышишь? Тут 4, пока тут 4 того. Так, если вылет будет, ребят, патриот надо снять принудительно. То есть я готов одним антирадарником, если что. Я на патриот тоже готов кассетой. Вот, а мне... Так, понял. Я два кассеты тоже выкопал. Могу выкупить. Видите, кассеты где полетим? Фальши, видишь, куда, смотри, стали? Элиты у них больше, чем у меня. Здесь два человека в городе. И я просто легионеров теряю. Бомбер зарядился. Вылетать? Полетели. На Абрам сброшусь. Да, у меня походу сейчас с города выкурю немножко будут. Я сбрасываю на этот патриот. Бля, не сбросился. Патриот перемещается, блядь. Ну что-то, блядь. Мне сейчас штурмовиков вкладываться или в кошмуна Фокстрот решать? Я вызову кошмуна, знаешь, штурмовик. Я идею за это. Бля, да, и ну ты жестко там прошел. Да, там двоечка, ну, два. Сейчас. Это деф, наверное. Коплю. Еще элита заезжает. Подамажьте чуть-чуть этих пацанов тогда. Да, дамажь. Да, просто все нормально будет. Да, еще заезжает. Я также вызываю тогда подмогу еще. Можем будет отбомбливать так же, если нужно будет. Я тогда куплю второй бомбер и... Да. Можем их на нашей половине держать. Все, видишь, сломали. Этот, жакетом отключи автомат. Ага. Секунд готовность, два бомбардировщика отбомбливать. Так, у меня нету антирадарника, никто не. Нет, прикроют. Нет, радарника. Нету. Антирадарника нету. Готовность 10 поинтов у меня для вылета. Просто долбануть туда. Леопарды внимательно там, Петр. Антирадарник у меня готов. Что? Полетели? Вылетаю. Да. Корп мариков и. Там, где они, скорее всего, чинятся. Я ищу ПВО, любое, блядь. Видите ПВО, маркируйте сразу же. Пытаемся. Вижу ПВО. Угу. Патриоты уезжают, кстати, назад. Сзади здесь патриот сюда поехал. Не, парт хорошо забрали. Я ничего не теряю пока. Я хуйня. Челики поехали. Я тоже, в принципе. А патриот никто не выследил там, не смотрели? Ну, он метку стоит на него, наверное. Mm-hmm. Так, леопарды внимательно, чтобы не забывали. Не-не-не, этот, все в порядке, я не переживаю. Я патриот и сам сейчас сломаю. Блядь, ну ёбаный огонь, сука, высадите. Там много дешевого спама. Что?
Я пику, я кошму ставлю, да, глубоко. Да, я понял. Так, снабжение артите, все вместе, потому что это... Да, 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 потому что это... Да что за лагерь? Два по очереди не лагают. Снова еще мясо, куча... Еще третий игрок, это третий игрок сюда в город едет. Я тоже свое мясо вывел. Без поддержки. 20 секунд. Угу. Там, походу, чел потерял управление леопардом. Я сейчас выебал просто стоячий леопард, который не хватит. Да, и они еще, ну, минометят мою пехоту, то есть жестко так, достаточно. Я ДПС. Я еду, в город тоже куча говна еду. Бегу, да, даже так, штормер, дорога, вперед, прыгай, чтобы не получилось. Драгонер, а, блядь. Хуета, сука. Отхожу этими. Бля, ну, лагает. Даже по поинтам преимущество. Так, сажай, штормеров, сажай. Они, сука, лагают дауны, блядь. Я понимаю. Вылет готов. Вылетел антирадарником. Прикрываю истребителем. Кашу отбамливаю. Давай, я полечу сзади, буду искать клуб, пацаны. Что, куда вы поехали? Дорогая, выгружай! Дорогая, поседай поинты. Ральчик видим. Есть на свет? Нихуя нет. Блядь. Не, только чапуралька в этом кустике здесь работает, все. Ну, я тут туда смог. По некоторым пытаются вызывать еще. Там кэт в воздухе у них. У меня все ушло снова, то есть еще бомбит. Ралли убил. Давай. Я готов антирадарники предоставить. Все, давай режь, нахуй. Нормально вообще. Я не вижу. Сейчас. Абрамс, он уходит. Да, у тебя эти команда марики, которые 42, они сейчас там всех вырежут. Сейчас, я подхожу. Просто да, дороги. Видишь, там еще хуйня едет. Так, которые я все убил. Почему? Выгрузи. Спасибо. Да нет. Это ДПС расплить, который ты посылаешь, типа не весь. 2-5. Понял. Я вижу, назад. Там еще эти ебаные дома пикают, я вообще не знаю, как ты там играешь, это ебаные. Да я постараюсь справее от них быть. Да вот я готовый, вылет. Вылетел антирадарником, раз, вылетаю, антирадарником, два, вылетаю. Будут все парки. Дельтафорс слишком жестко меня поджали, кстати, там. Отхожу. Да, там целый Дельтафорс отряд. Прыгиваю назад. Вам даже не хватает. Это проблема. Снова ушли бомбардировщики. Хорошо. Енот, прыгни десятком команда мариков назад. Прыгаю десятком команда мариков назад. Да-да-да. Бля, не на дороге. Все, давай, я их заслон поставлю. А я пошел, да, тут нормально, мы его тряхиваем. Ой, там ламасы хорошо зашли. А, ты еще. Трахивай. Штанин. А кого вы там увидели? И что там, танки сейчас лезут из домов. Ой-ой-ой. Я понимаю, но... Кинот, вот этот. Я пытаюсь уйти, и не уходит он у меня. КВС, пикуда, КВС собирай. Это важно. Займут пока другой. Ай, блядь, тут бредля будет. Дельтафорс вырезает мне остатки моих пацанов. Я вроде с нами контуженный, да, отлично, ДПС поработает, хорошо. Последние игры научились воевать все вместе в городе. Да, только они все равно не выигрывают. Все равно не везуха, просто не повезло. Так, челленджеры пытаются переминать, зачем-то. Силсы убежали, кстати, все прикольно. Как там на них коробки выкатываются, я тоже убежал, ну его нахуй. Голодные датчане. Кушать подано.
веганы, наверное. Мясо дали. Попробую. Ой, я вижу хауки, я их нахуй зарчу, блядь. Ненавижу хауки, блядь. Пип-3. Так, я вытаскиваю, начинаем протокол. Город, вызываю... да, протокол самолета, протокол самолета! Вылет его истребителем. Вылет его истребителем. Куда? Назад. Уничтожено. Кабина минус, все самолеты были сбиты. Потеря Гепард потерял. Там к этому. Куда ты, блядь, скажешь? Шу, нихуя там выстрелило. Ни хрена там, оно сбомбануло, что ли, по себе или что? Да, вот здесь взрыв произошел какой-то, слышишь? Так это или ты... Амосы называются, блядь. Амосы, понял. Я думал, колдун, блядь, ебаный. Нихуя, смотри. Попал, давай. Тихо. Ух, лава. КВС, отлично. Ты шо, блядь, дистанционные взрывы какие-то делаешь? Ты шо? ГГ? Что? Мысли, джи-джи. ГГ? Мысли, ГГ? Спортивное поведение, блядь. А почему? Вы в прошлый раз хотя бы всю игру... Они просто поняли. Слушай, это как в Старкрафте. Блять, раба на 2.5 секунды позже вызвал. ГГ. Сука, там... Ебать! Я в минус зашел. Густ ягерей отбомбил. Навосился. Кто мои поинты? Еще густ ягерей отбомбил. Еще кальмарика захуярил. Я не знаю, там пиздец тупо. Эти бомберы, это только... пиздец. Они не могли сбить 2 фалкона, алло, типа, ПВО, где? Там уже не то, что это, там, полковники же обычно летают, там уже это, рядовые летали, воздушных сил. Тренировались просто, блядь.